Гречневая лапша – это не только вкусное, но и полезное блюдо. Сейчас я расскажу вам, как приготовить вкусную гречневую лапшу со свининой, по моему фирменному рецепту. Когда хочется азиатской кухни, гречневая лапша, свинина и соевый соус – это все, что вам нужно для приготовления вкуснейшего ужина. К лапше со свининой вы также можете добавить кунжутные семечки. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. Тщательно промойте свинину, нарежьте мясо прямоугольными кусочками. Мелко нарежьте лук и чеснок, разогрейте сковородку с растительным маслом, обжарьте лук и чеснок. Добавьте на сковороду кусочки свинины, обжарьте их на медленном огне в течение 10 минут, затем добавьте соевый соус и сок лимона, тушите еще 10 минут. Вскипятите в кастрюле воду, посолите ее, положите гречневую лапшу, варите в течение 6 минут, затем слейте воду, промойте лапшу в дуршлаге. Жду ваших лайков и комментариев. Отваренную гречневую лапшу выложите на сковороду к мясу и обжаривайте еще 5 минут. Вкуснейшая гречневая лапша со свининой готова. Вкуснее тем, кто подпишется. Продукты и их количество. Далее. Гречневая лапша 150 грамм. Свинина 200 грамм. Чеснок 1 зубчик. Лук репчатый 1 штука. Соевый соус 2 столовые ложки. Сок лимона 1 чайная ложка. Растительное масло 1 столовая ложка. Соль по вкусу. Количество порций 2. Палец вверх или вниз. Комментируйте, подписывайте. Удачи!